Всем привет, дамы и господа. Мы продолжаем прохождение игры Skyrim. Сборка SLMPGR. Кому интересно, это написано в названии прохождения. Проходим мы, кто не знает, на легенде. Ну, начинали мы, конечно, с мастера. Там... Нет, с эксперта мы начинали свое прохождение. Потом перешли на мастера. И вот уже проходим на легенде. Уже уж серии где-то... По-моему, 40 серий уже где-то на легенде проходим. Так, сейчас мы в Солстейме, короче. Вот двое наших напарников... Только что напряглись, наверное, опять дракон прилетел, как всегда. Ну, вне серии, короче, я там прибрался в своем доме, все лишнее продал. Умри, дракон! Так, дракоша прилетел. О, привет. Ты здесь? Давайте-ка постреляем из лука. Куда полетел? Нам нужно лук прокачивать. Твою мать, фиган, как далеко. Ты что так далеко улетел, тварь? Ух. Так, я предлагаю выпить зелье повышение урона от лука. Да, блядь. И на месте. Короче, еще вне серии мне написали комментарии, то который квест мы проходили в прошлой серии, печать смерти. Короче, он оказывается еще не совсем закончен. Мы нашли сет доспехов этих печати смерти. Блять, а куда он? Ты что делаешь? Блин, что-то он упоролся, короче. Дракоша, ты что делаешь? А, все. Боинг падает. Че? Ты что творишь, а? Дракоша. Все. Тупори, короче. Так, короче, этот квест печать смерти у нас... не закончен. Там был сундук, короче, последний с доспехом, который мы брали. Там был, короче, ключ в нем лежал, но я его брать не стал. Но его надо было взять, потому что он указывал курган, короче, в котором находятся какие-то сокровища. А чтобы попасть в этот курган, мне надо взять этот ключ. О, нифига себе. Ха, сапожки. Сапоги оставь, наверное, себе. Также еще я спросил, короче, по интернету, где искать эти долбанные, как там, что-то вино или что-то нам надо было найти, короче. Короче, он находится прямо вот в этом бочонке. Чтоб не искать, я, короче, спросил в интернете. Вот. Выполнено. Найти бухло, короче. Берем все. Угольное вино. Ну, чтоб времени терять поисками этих. Короче, я решил сделать так. Теперь нам нужно поговорить с этим охранником. Я его не вижу.
Короче, ладно. Потом встретим. И отдадим ему. Сейчас время терять я не хочу. Давайте двинемся обратно к тому сундуку, в котором лежал этот ключ, и я его не взял. Ну, я не любитель ключей, если честно. Не знаю почему. Просто не люблю их брать, вот и все. Так, сундук где-то... Где-то здесь, по-моему, был, да? Он же где-то здесь лежал. А может, я попутал? Может, дальше? Наверное, дальше. Вот здесь он. Да. Вот он. А вот этот ключ. Курган. Ага. Глендин. Кул. Исследовать курган. Глендин Кул. Вот. Продолжение квеста. Ладно. Спасибо, конечно, за комментарий. А то бы я бы... Я бы и не взял этот ключ. Драконы никуда не девались. Так. Они просто были невидимы и вели себя очень-очень тихо. Да. Ну что, сегодня я так-то хотел двинуться вот сюда, поговорить со Сторном. А вот рядышком как раз исследовать этот курган. Ха. Ну, в этот курган я, пожалуй, не пойду. Я хотел вот сюда, в эту гробницу. Давайте сперва займемся вот этой гробницей, а затем пойдем поболтаем со Сторном. Да. Сделаем так. О, труп. Понятненько. Это мы его в прошлой серии убили. Так, куда нам? По-моему, туда. Да. О, лисичка. Изучим этот курганчик. О, Михалыч. Спокойно. Да блин. Ну извини. Оп. Так, коготь, шкура. Ну что, мы пришли. Он где-то здесь. Что-то я не вижу никого. Кургана. Вау. Что такое красное небо? Круто. А. Вау. Толстейм. Ты крут. Так, где... А, какое-то подземелье. Вау, под землей где-то. Ага. Опа. Ага, вот и вход. Ну, погнали. А, кстати, здесь нас должен ждать один чел, с которым мы поговорили в деревне Скалов. Ага, поговорить. С Торстоном. Ну что, Торстон, вот он. Впечатляет, Торстан. Это глаз человеческих глаз. Я тут все осмотрел. Куда рванул? Только вот эту... Во имя двух лун! В
Не знаю, читаешь ли ты по драконьи, но, судя по всему, это какая-то загадка. Жертва приблизит вас к тому, что вы ищете. Интересно, что это значит. Так. Приблизит вас. Что вы ищете? Смотри под ноги. Обана. Валяются трупы. Крючок. О! Интересно. Имеет ли эта огненная яма какое-то отношение к загадке? Иди вперед и попробуй разобраться. Я тут осмотрюсь. Вдруг попадется что-нибудь полезное. И что? Давай будем крайне осторожны. А у тебя есть какие-нибудь соображения насчет этой хрени? Возможно, следует положить что-то в огонь. Продолжим исследование. Типа жертвоприношения, да? Ну-ка, там где-то трупы лежали. О, костная мука. Невероятно. Ну давай положим. Оп. Так, это еще где-то был. О, камушек, спасибо. Не, ладно, давай это тоже положим сюда. Оп. Ну давай, включим. Посмотрим на этот эффект. Оп. О. Один совет, дружище. Либо пей, круто. Либо играй. Получилось. Но и другое сразу. Иначе из твоих карманов исчезнет все до последнего. Получилось. А это что? Угу. О, коготь. Нам нужен коготь. Ясно. Значит, здесь мы должны найти когти. Я так понял. Угу. Безупречный. Замечательно. Ладненько, пойдемте искать коготь. Ага. Льняная ткань. Ну, у нас уже есть она, так что я брать не буду. Угу. Так, сейчас будут мои любимые другры. Пока никого. О! Проснулись. Да, блядь. Ух ты! Голос какой-то. Прокачиваем стрельбу. Ау! У меня кто-то долбит. Блин, надо духа забирать как-то. Блять. Отвянь. Стрельба 51. Ух. Угу. Стрелы. О, секира возьмем. Так, давайте обыскивать все. Так, дальше нам туда, значит. Скелетоны.
Скелеты, скелеты, скелеты. У них ни хрена нету. Так, по идее, нам надо подкрепиться. Водички. Мясо, так. Мясо кабана. Пару морковок. Все. Блять. Отойдите. Упс. Ага. Ну пока легко. Сезам, откройся. Как заманчиво полагать, что эти галереи так долго были скрыты от чьих-либо глаз. Где он? Ну пропусти его. Три колонны. И ничего не кажется заслуживающим внимания, кроме той таблички. Посмотрим, что на ней написано. Все люди должны умереть, и каждый по-своему. Как-то мрачновато, на мой вкус. Надпись, должно быть, относится к этим колоннам. Так, должны умереть каждый по-своему. Три колонны вокруг одной центральной. Отойди. Может быть, о! Посох пламени. На колоннах я вижу стрелы. А, это лук. Я видел такие на рисунках. А здесь ничего. Ну что ж, попробуй разобраться. А я повнимательнее рассмотрю колонны. Так, я понял, я что что-то пропустил. В одну надо будет стрельнуть, а в другую надо будет магией зарядить. Оп! Получилось. Ура! Получилось! Получилось. Ну-ка, давай-ка спросим. Кто знает, какие опасности подстерегают нас здесь? Так, есть какие-нибудь идеи насчет этой загадки? Ну, есть воин, стрелок и маг. Mm-mm. Возможно, каждая статуя символизирует определенный метод боя. Ну я понял, значит надо будет. Приключение продолжается. Размахнуться оружием. А где у нас воин? А. Красный говорит. А он. А, нет, тоже красный. Наугад, что ли? Ладно, давайте. Попробуем здесь ударить. Оп. Получилось. Да? Ну, надеюсь, я угадал. А сюда попробуем стрельнуть магией. Оп. Все. Получилось. Ну, есть. Какие тайны ждут нас за этой дверью? Отлично, пошли. Круто. С первого раза угадал. О, так, ну давайте. Нет, я забыл, нам нужно двуручку или одну ручку прокачивать. Короче, давайте двуручкой. Оп. А, сука, убежал. Смотри. Оба-на. Так, обычных камней у меня нету. Хм. Жалко. Оба. Чуть старика не вырубил. Ага.
Личка я возьму. Живой? Сука, сейчас сдохнет нахрен. Все. Полегчало. Посмотрим на эти руны поближе. Руны несколько пострадали от времени. Думаю, я смогу перевести надпись. Так, безупречно. Камушек, зелье, вкусняшка. Здесь что? Тоже шикарно. О, а вот и коготь. А, половинка? Половина когти. Эбонитовый лук. Ладно, возьму. Если будет перегруз, то я его выброшу. Я все правильно прочел. Этот мирак назван предателем. Интересно. Ярость боя. Круто. Кажется, я знаю, что это такое. Мы можем быстрее будет махаться. Скорость можем увеличивать. Так, что скажешь? Такие моменты история для меня по-настоящему оживает. Не. Ладненько, давайте тут немножко обыщем. Может, что-нибудь найдем? Нет, ничего не видно. Ага. Ладно, уходим. Ничего такого здесь не вижу. Я за тобой. Так, теперь нам нужно идти направо. Там мы сейчас левую, по-моему, сторону обыскали, да? Сейчас пойдем. Ага. Снова ждет только победитель. Сейчас пойдем направо. Красиво, однако. Сейчас идем сюда. Кстати, здесь-то тоже можно будет обыскать. Но это потом. Вначале надо сходить сюда и найти вторую половину когти. Так, потихоньку прокачиваем стелс. У нас, кстати, стелс-то еще не на сотке. Или уже на сотке? Ну-ка, давайте глянем. А, разрушение. Почему у нас так медленно прокачивается разрушением? Потому что, наверное, надо зачаровывать доспехи на разрушение. На увеличение урона, наверное. Если я смогу, конечно. Так, колдовство. Ладно, пускай так. Кстати. Я тут вне серии еще тут поискал. Что мне прокачать надо в первую очередь? Красноречие тут одна хрень есть, но я ее вряд ли буду брать. Короче, я могу заставлять своих врагов танцевать во время боя. Не знаю, будет ли от этого толк. Сомневаюсь. Взлом я тут еще нашел кое-что. Так, давайте возьмем взлом. И вот. Вот эту хрень я хочу взять. Скорее добавится 5 драконьих судьбы. Короче, сундуков. И в них будет по 15 тысяч в каждом. По всему Скайриму они будут разбросаны. Вот это мне заинтересовала вещь. Я, наверное, возьму.
Так, в скрытности. В скрытности можно взять вот этот туман войны взять. Будем более незаметны на 15% во время боя. Короче, тоже можно взять. Легкая броня, стрельба. Так, что у нас со стрельбой? Ага, 70. Так, это что? А, пробивной выстрел. Стрелы, болты. Шанс. Ага. Вот это можно взять. Давай возьмем. Неплохо. А, с одной ручкой у нас порядок. Вот, одну ручку нам нужно прокачивать. У нас всего лишь 45 уровень. А, двуручку. А, кстати, вот двуручки тут можно взять сокрушительный удар. Давайте возьмем вот эту хрень. И вот эту вышибала. Силовые атаки боевым молотом повышает на 15% шанс критического удара. Так, а здесь что? Лавина? Силовые атаки молотом вперед ошумляется. А давайте тоже возьмем. Все. Так вот. И, кстати, еще в изменении я хотел еще взять. Так. А, вот это, наверное. Нет. Что-то я запутался. А, вот. Затерянное святилище. Будет, короче, в Скайриме появится 5 святилищ. Короче, они будут прокачивать любой из навыков, которые мы выберем, на 15%. Они будут мощнее или на 30% длительнее. Вот это меня тоже заинтересовало вещь. Возьмем. Все. Замечательно. Прокачали двуручку. Теперь она будет еще сильнее. Будем всех крушить. Адепт. Замечательно. Вау. Опять какая-то загадка, да? Очередная. Думаю, здесь будет очередная загадка вместе с головоломкой. Я так и понял. Не продолжайте путь, не наступайте туда, где уже были. Любопытно. Угу. Что ж, я практически уверен в двух вещах. И я, кажется, понял, как это делается. Во-первых, загадка, скорее всего, это делается тем, вот так вот. Осталось всего 5. Надеюсь. Как... И... Ха! Великолепно. Ворота вот эта загадка оказалась полегче, чем предыдущая. Ладненько, идем дальше. О, понеслась. Ауч. Так, стрельбу прокачивать. Сколько у вас?
52-й. Все? Молодцы. Ирова, конечно, что я душу не поглощаю. Я бы хотел захватывать души. У нас лук-то на что зачарован? Дает шанс парализовать. И урон. А топор. Урон холодом. И тоже паралич. Ладненько. О, вот и коготь. О, молот эбонитовый. Я уничтожу. Да ладно, все уже что-то. Или что, еще не все? Ну нет, вроде всех убили. Отлично. А тут что у нас? Доблесть, ярость боя. Хо-хо-хо. Круто. А давайте-ка изучим. Ярость боя. Отлично. Так, что тут еще можем изучить? Да нет, остальное у нас все изучено. Давайте возьмем ярость боя. Мне интересно, как он будет действовать. Прикиньте, если я сейчас возьму двуручку и буду применять... А! Тут и правда кто-то убежал? А я не понял. Эй! Сука! Отдыхай, сволочь. Кто-то все-таки убежал. Ладно. Сейчас откроем этот проход. Я бы хотел бы еще здесь немножко прогуляться. Там, кстати, может под водой что-то быть. Так, погоди, куда идти? Сюда. Ну, давайте попробуем. Чик. Чик. Есть. О, черт. И что? Что это за загадка? Так, я прочесть не могу. О! Нихера себе. Ха. А где этот старик-то? Где старик-то, ёпта ему? Да, он делся. Он что, застрял, что ли, или что? Эй!
старикан. Ты что там забыл? Проход какой-то еще. Ты что здесь делаешь? И где мы? Там же? Мы на том же месте. Тебе надо было именно здесь выйти, да? Ну ладно. Оп. Ну чё, старик, давай, чё скажешь? Подождём его немножко. Пускай толкает речь. Ну что скажешь? Кто знает, какие опасности подстерегают нас здесь? А нихера он не скажет. Ладно, погнали тогда. Круто. Вау. И я прошел. О. Все, мостик готов. Я ничуть не сомневался, что ты пройдешь. Посмотрим, что ждет нас дальше. Классно, классно. Мне понравилось. И здесь что? О, ясно. Значит, здесь мы, скорее всего, вот это высота. Выйдем. Там что-нибудь движется внизу? Ага. Ну, допустим. Быстрее бы вернуться в деревню и начать описание границ. О, кстати, уже быстрее пошло. А, ну, наверное... Понял. Ну, скорее всего, быстрее и быстрее действовать. Да, скорее всего. А кто там вообще внизу-то? Кто там? Мне интересно, кто там ходит. Я рад, что после твоего прохода появились. Ты кто? Даже думать не хочу, что может прятаться в пойдет. А, это же. Это же скелетон, как его? Во время миссии Меридии, по-моему, они были. Ха. Интересно. Упс. Иди сюда, что там? Встал. Что ты там стесняешься? Блин. Походу у меня камни закончились. Нифига, чё их так много-то? Вы что? Тихо, только не толкайтесь. Падать я не хочу. Иди сюда. Ты что ты там бегаешь? Да. Ладно, пошли дальше. Уничтожу. Пойдемте дальше. Здесь что у нас? Льняная ткань. Камушек. О. Изумруд и гранат. Давай, посмотрим. Ага, опять заперт. Так, тут рычаг-то есть? Есть.
формы точно движутся быстрее. Сможешь выдержать такой темп? Смогу. Я тебя уничтожу. Охренеть. Ну ладно, поехали. Легко. Думаю, теперь все будет. Сосредоточься как следует, а главное, беги. Автосейв, ладно. Так, дальше сюда. Понятно. А здесь что? Ха. А почему они все заперты? Так, камушек я возьму. Ты не против? Кто там еще напал? Не понял. Что происходит? Ладно, идем дальше. Тут вообще, наверное, бежать надо нахуй. Охренеть, как быстро. Нифига их. Откуда беретесь? Походу Карджи упал вниз. Бедняга. Да, бля. Ладно, идем дальше. Он справится. Тут нужен какой-то ключ. Может быть, те половины когтей подойдут, если вложить обе. Кажется, кольца можно вращать. Быть может, здесь найдутся неповрежденные фрагменты и подскажут, как подобрать комбинацию. А, вот. Тут что-то есть. Первый фрагмент как-то связан с воздухом или, может, ветром. Во втором упоминаются ночное небо и луна, а третий как-то связан с огнем. И еще, похоже, упоминается чешуя. Больше ничего не могу сказать. Дракон. Об этой надписи. Я изучу остальное и скажу, если найду еще что-нибудь. Ну, первое с воздуха, наверное, птичка. Несомненно, та же самая культурная традиция. Так, здесь дракон. И у скайрийских гробниц. Здесь птичка. А, волк. Вот. Значит, здесь должен быть волк. Он уже говорил, что-то связано с луной. Ну вот, значит, волк. Они же воют на луну. Так. Ну вот, я думаю, что ты справишься. Теперь посмотрим, что ждет нас дальше. Легко. Вау. Готовь. Впереди неприятности. Блять, ловушка.
Впереди неприятности, я согласен. Так, а Карджи здесь? Или он недоступен? Короче, сейчас давайте опьем водички, схам, яблоко, супчик, сыр и вот эту похлебочку. И возьмем вот эту хрень. Сейчас испробуем, блин, ярость. На тебе. О, блядь. Так. Выпьем зелье. И кричим ярость. Ну, это было легко. Я не заметил, что скорость увеличилась. Ха. Что? Что это было, мать твою? Так, ладно. Это что, опять мы возьмем ярость? Сталгримовские стрелы. А это мне не надо. Ну, я так понял, это снова ярость. Интересно, что в ней говорится. Сейчас я изучу эти руны. Да. Это упоминается страшно. Могу только предположить, что он не похоронен в этой гробнице. Написано, что он был верен. И наградой ему стала почетная смерть. Очень интригует. Ну и что дальше? Невероятно. Настоящий драконий жрец. За все годы, что я посвятил изучению истории, я и не надеялся увидеть подобное. Полагаю, это был Валлок. Должно быть, гробницу построили для него так, чтобы он смог стоять на страже даже после смерти. Увидишь, что значит настоящий воин. Несомненно. Я знал, конечно, что драконьи жрецы были могущественными людьми с сильной волей, но я и представить не мог. Что ж, пожалуй, я увидел все, зачем пришел. И твои обязательства выполнены. Я обещал тебе плату за труды. Вот она. Думаю, я уделю должное внимание изучению этой стены слов. Ах, какая книга у меня получится. О! 1000. Ну, спасибо. Неплохо. Изучили новый крик. Полностью сразу изучили его. А почему... Почему нету маски? Я думаю, мы сейчас получим новую маску. Странно. Вы же не взяли маску? Нет. Хм. А здесь что у нас? Ни хрена. Так, давайте немножко тут обыщем. Тут по-любому должен быть короткий путь. А здесь что? Тоже вроде ничего нету. Да блин, я сейчас сдохну нахрен. А, кстати, я хотел снять эти перчатки. Вот эти перчатки я сниму, потому что они... Ну... Визуальный баг, потому что у нас тело становится прозрачным. Ну нету ни хрена здесь.
Как так? Ладно, только сундучок был и все. А может что-то под водой? Что там? Что-то вроде было, да? Или это ты? Любому что-то его должно быть. Ну ладно. Нет, то есть ни хрена. Ладно, старик. Бывай, я пошел. Счастливо тебе оставаться. Так, сейчас я предлагаю сохраниться. И мы отправимся вниз. Я хочу внизу тоже поисследовать, обыскать. Может, что-то найдем. Так, быстрое сохранение. И пойдем сюда. Вот он, Карджо. Жив, здоров. Так, что мы здесь найдем? Грибочки. Пошли. У нас много забот. Согласен. Так, а здесь что? Тут проход наверх. Ладно, давайте проверим. Понял. Это мы сейчас отопрем одну из дверей. Да. Ясно. Так, идемте дальше. Так, где это? Темная сущность или как они? О! Бородатый мох. Не теряй бдительности, рано. Что-то ни одного трупа не вижу. Бородатый мох. Бородатый мох. Отлично. Так, это все, что ли? Так, оттуда мы вышли. А туда нам надо топать. Ладно. Будем. Так, я бы еще хотел здесь обыскать. Тут есть какая-нибудь ступенька вниз? По-любому. А, вот. Так, наверняка что-то здесь мы найдем, да? По-любому должны что-то найти. Такого вот ни хера я не вижу, к сожалению. Я ни хера не вижу.
Нет, видимо, я зря сюда пошел. Здесь, наверное, ничего не будет. Легче шаг. Короче, уходим, все. Мне надоело здесь. Было хорошо, мне понравилось. Пейзажи мне радуют. Красиво. Мне здесь понравилось. Хороший курганчик. Ну а теперь мы пойдем поговорим со Сторном. Что он нам расскажет? Или это мы должны что-то ему рассказать? Не помню. Ну давай, что ж так долго-то? О, солнышко. Обожаю солнышко. Бабочки летают. Замечательно. Так, где у нас деревня Скалов? Налево мне. Туды. Пойдемте. Тут какая-то хижина есть. Может, зайдем? Что это за домик? Или это... А, наверное, это все-таки квестовый, наверное, домик. Нет, все-таки давайте мы его обойдем лучше. Гулять по карте буду потом. Когда все квесты будут абсолютно выполнены, тогда можно и погулять по всяким неоткрытым локациям. Смотрят на нас сверху вниз, думают, что а так я не хочу лишний раз открывать. Эймик. Эти кабаны саблезу. Этот весело. Кабанчик. Красавчик. О, глазик. Клык. Клык. Ладно. Где у нас деревня? Вот она. Мы почти что пришли. Нам бы отдохнуть, по идее. Мы устали. Мы хотим поспать. Оп. Оп. Фу. Че не хватало застрять? Так, что нам скажешь? Моя мать была из Скалов, но она ушла из деревни, и я родилась в Скариме. Ага. Короче, Рунил согласился выполнить твою просьбу. Благодаря тебе у меня стало тепло на сердце. Я твоя должница. Прошу. Прими это в знак благодарности. Ты снова поступаешь как истинный друг Скаалов. О, оказывается, тут мини-квест.
был не совсем закончен. Мы ей отдали... вернее, она нам отдала ожерелье, чтобы мы его передали Кайрим одному. Ну, короче, не буду объяснять. Так. А вот и Сторм. Блин. А тут у вас есть кроватка, а? Я бы хотел отдохнуть. Ну-ка, давайте-ка зайдем. Могу я вас тут поспать? Нет, не могу. Жалко. И взять ничего не могу, да? О. Эти разговоры о том, пентаграмма душ. Да блин. Откуда у меня шлем? Странно. Да, в принципе, у нас же зачарование, по-моему, сотка. Нахрен тогда я не буду зачаровывать. Ладно, давайте поговорим. Где он? Здорово. Значит, драконы вернулись. Но скалы и не такое переживали. Короче, я поговорил с этим Хермеусом долбаным. Он попросил узнать тайну скалов. Хермеус Мора. Старый Хермеус Мора. Собственной персоной. Значит, это он источник силы Мирака. Ну, конечно. Во многих наших легендах говорится о том, как Херма Мора пытался выманить наши тайны. И вот он снова пришел за тем, что мы так долго от него скрывали. Мы, норды, когда-то были гордыми воинами. Короче, он сказал, иначе, если ты не расскажешь тайну скалов, он не даст мне изучить последнее слово силы. Значит, это на мою долю выпала участь выдать наши тайны древнему врагу. Не знаю, хватит ли у меня сил противостоять ему. Камень дерева все еще осквернен. Равновесие утрачено, но остальные 5 очищены. Этого может хватить. Должно хватить. Хочешь сказать, что ты дашь ему, чего он хочет? Да. Скалы всегда говорили, что настанет день, когда мы будем вынуждены выдать свои тайны. Когда Херма Мора наконец победит. Мой долг как шамана охранять эти тайны, но также и решать, когда настало время выдать их. И я думаю, что время настало. А если я ошибаюсь, пусть предки простят меня. Дай мне книгу. Я прочту ее. И сам поговорю со старым Херма Морой. Я позабочусь, чтобы он выполнил свою часть сделки. Ну ладно, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже надеюсь. И я надеюсь, ты позаботишься о том, чтобы эта жертва не была напрасной. Отец, я постараюсь. Тебе не следует этого делать. Эта книга, это неправильно. В ней зло. Это против всего, чему ты меня учил всю мою жизнь. Я должен, Фрейя. Это единственный способ навсегда освободить Солстейм от тени Мирака. Бывают приятно времена, вновь с тобой увидеться. Когда все меняется. Ничто живое.
Ладно. Мне остается неизменным. Не бойся за меня, дочь моя. Такова судьба, которую предначертал мне Всесоздатель. Я буду рядом с тобой, отец. Как всегда. Я готов ко всему, что мог приготовить для меня злонравный хозяин этой книги. О. Наконец-то стал. Отдаю мне свою тайну. Ты что творишь? Хермеус. Лжец. О, какая гадость. Бедняга. Сделай что-нибудь! Драконорожденный. А что я могу сделать? Ну-ка, отвали нахер. Он не осязаем. О, черт. Я даю тебе слово силы, которое понадобится тебе в схватке с Мираком. Говнюк ты, Хермеус. Ты можешь стать ему достойным противником. Как же ты родом из далекой страны, которая зовется Эсмеем? Это уж как сложится. И граничит на севере с Сиродилом, а на юге с ласковым Синим морем. Отец, что ты наделал? Да. Иди. Мой отец пожертвовал собой, чтобы дать тебе возможность уничтожить Мирака. И развеять тень его хозяина, которая легла на нашу землю. Иди, убей Мирак. Не подведи. Мудрый торговец всегда ищет возможности. Вот так вот. Даже если для этого так лучше. А то он как-то херово лежал. Так, я предлагаю постелить палатку и вздремнуть. Так. Вот здесь. Вот так вот. Да. Здесь. Оп. Оп. Загружается. Прощай, старый друг. Оба-на. Палатка готова. Сейчас вздремнем. И тогда прочитаем книгу. Так, погоди. А, вот. Острое перо? Не, по-моему, не острое перо. Мы не забудем, что ты сделал. Там для пробуждающие нас, сны нам нужно прочитать. Ступай, Всесоздатель. Да. Слип. Окей. Выспались. Убираем палатку. Оп. Пьем водички. Так, яблоко. Оленю отбивную. Томатный супчик. Все. Никогда ничего подобного не видел. Почему мы остановились? В чем дело? Дай-ка мне. Что ты хочешь забрать? Я хочу взять. А, у меня нет уже бочонка-то, да? Блин. Тогда веди. А у вас не найдется водички? Настали темные времена. Оставь нас. Сторн был мне как отец. Да блин, дай мне воды. Я не знаю, что. Я... Что это значит? Что это было? Я думал, деревня... Что с ним произошло? Блин, никто не хочет мне давать воды, к сожалению. Ладно, тогда отправляемся. Пусть. Так. Что поделать? Так, пробуждающие сны, да? Вот. По идее, мы все книги уже прочитали. Острое перо. Пробуждающие сны. Погнали.
Создатель проводит твою душу в следующей жизни. Оп. Автосейв. Так, нет. Давайте-ка, наверное, возьмем одноручку, пожалуй. Давайте ее зачаруем. То вернее. Заполним. Так. Окей. А нам надо еще же крик изучить, да? Ярость боя. Ярость боя и. Вот. Подчинение воли. Отлично. Я готов. Погнали. Добраться до храма. О, блядь. Катель. Давайте его немножко поджарим. Разрушение у меня вообще отстойно прокачано. Ну и все. Куда? Куда он ушел? Идиот. Вот идиот. Идиот. Берем одну ручку. Так, а другую руку лечение. Я так понял, нам нужно будет поменять книжки, наверное, короче. Забираем книги. И попробуем их переставить. Видимо, в прошлый раз, когда я сложил эти книги, может, я их неправильно разложил. Сейчас попробуем. Ой. Ах ты собака. Блять. Сдохни, тварь. Вот так вот. И двойник твой не помог, долбанный. Так, идем дальше. А здесь что у нас? Ясненько. Ага. Какие-то всякие книги. Не хочу я читать книги. Так, все, мы книги все забрали. Теперь давайте раскладывать их заново. Тут какие-то зубы. Лезвие. Грызущие лезвия, наверное. Клешни. Конечно, да. Грызущие лезвия. Идем дальше. Здесь что? Ну, наверное, какие-то щупальца или что? Сфера. На сферу это не похоже. Сфера, наверное, там, где глаз, скорее всего. Высачивающий клешни. Давайте клешни поставим. Не совсем понятно, конечно. А, вот. А, тут, наверное, щупальцы. А, конечности. Ну, хер с ним, пускай конечности. И у нас осталась только сфера. А вот сферы нам как раз вот сюда. Я прав? Да. Вроде сработало. Вроде я попал. Да. Ну что ж, я так понял, мы сейчас познакомимся, вернее, встретимся.
с Мираком. Познакомить-то мы уже познакомились с этим уродом. Так, что тут два прохода? Ага, камушек. Угу. Высшее лечение. Давайте прочитаем. Так, пролистаю. Может, кому-то интересно? На паузе прочитает. Так, это я возьму. Перо, ладно, не буду. А, понял. Тут проход только один. Ага. Сейчас что-то будет. Там искатель долбанный. Давайте-ка улучшим стрельбу и погнали. Жри, сволочь. Как я их поимел, долбанных искателей. Шикарно, мне понравилось. И чё теперь? Я правильно все делаю или чё? Сейчас, наверное, крик надо изучить. Воплощение дракона. Ага. Использовать крик подчинения воли. Подчинение воли. А, вот на этом драконе. А, я его понял. Понял, его надо подчинить. Подчинить себе. Подчинение воли. Лови. Все. Удержать победу над Мираком? Да погоди. А, блин, а можно пройти-то? О. Ну, дракоша. Так, ну ладно, погнали. О-о-о, полетели к Мираку, да? Летя дракона, вы можете сменить цель, атаковать ее магией, также можете дракон атаковать. Короче, ладно, поехали. Походу разберемся, ты куда? Только не ныряй, пожалуйста. Так, спейс, фиксация цели. Нахер мне. Мы что, уже прилетели к Мираку? Подожди. А где Мирак-то? Он здесь или нет? Так, а если я от первого лица сделаю? Ой, ты че, сука, делаешь? Он меня сейчас угробит. Так, я не понял, мне высаживаться или что? Так, блин, дракон, может, ты успокоишься, а? Я не знаю, что делать, если честно. Фиксация цели, ну, допустим.
Нам что, нужно этих уродов победить обязательно, что ли? Так. А могу я выйти, что ли, или что? Все, кажется, мы полетели дальше. Слава богу. О, а это что? Домик Мирака? А, во. Хера себе. Ну ни хрена ж себе. Вау. Еще дракоша. Так, короче, я пошел. Все, высаживаемся нахрен. Все. Так, короче. Блять, тут щупальца. Мое время в Апокрифе подошло к концу. Ты здесь, у тебя полно сил, и это ключ к моему могуществу. Так, короче, я, знаете, что возьму? А я возьму паралич. Вот так-то. Сейчас он у меня отгребет по полной. Обретя силу твоей души, я вернусь на Солстейн и снова стану хозяином собственной. Да, мечтай. А, блядь, чё, я промазал? Блядь, на него не действует? Вот это херово уже. Да, блядь, стой на месте. Ауч, больно же. Ой. Погоди. Не спеши, Мира. Блять. Подожди. Не психуй. Вызываем Дремолу. Пускай помогает. На тебе, ублюдок. На тебе. Получи, сволочь. Сдохни, сволочь. Куда он делся? Он восстанавливается, да? Собака. Ну ты сука. Ауч. Так, давайте-ка глотнем водички. Не помешает. И ножку съедим. Да, блять, я промазал. Сука, херово, что на него паралич не работает. Блять, он прозрачный стал. Козлина. Так, косточки давайте возьмем. Куда ты бежишь? Будь мужиком.
Опять он прозрачный стал. Козел, и как его убить? Ты, сука, ты заколебал. Сдохни, просто сдохни, все. Неужели это так сложно, а? Ира. Так, давайте глотнем зелье. Я манал. Куда ускакал? Трус. Ты что же, вздумал сбежать от меня, Мирак? Здесь тебе ничего от меня не скрыть. Получил? Неважно. Есть и другие драконорожденные, готовые служить мне. Гори. Надеюсь, она получит такую же награду за верную службу, как и я. Мирак задумал бунтовать против меня. Учись на его примере. Служи мне преданно, и тебя ждет щедрая награда. Неужели? Мы сделали это. Мы убили Мирака. Нахренеть. Так, меч, маска Мирака, одеяние, посох даже, беру все, конечно же. Да, круто. Черт, я переполнен, да? Блин. Ну, в таком случае тогда давайте выбросим, наверное, чешую. Оп. Так, все равно переполнен. Блин. Так, погоди, я же там перчатки снимал. Они у меня что, увеличивают? Не вес ли? Так, это не одето. Ага. Вот что. Колечко волшебное. Отлично. Вот она. Черная книга. Вау. Это круто. Так, это что я могу? Любую... скинуть? В любое время могу скинуть, да? Так что ли? Не совсем понятно. Ладно, пока не буду ничего брать, потому что я не уверен, сделаю ли это правильный выбор или нет. Самое главное, мы победили Мирака, вот и все. А теперь можно уходить. Ага. Автосейв. Возвращаемся в Солстейм.
Это было долго. Приятно вновь с тобой увидеться. Стоп. Мне гораздо спокойнее теперь, когда я знаю, что Николас останется. Что у тебя есть на продаж? Я собрала разные травы для изготовления зелий, но у меня есть и другие. Так, давайте ингредиенты возьмем у ней. Так, что насчет жрачки? Фазанную грудку. Нет, мясо кабана не буду брать. Так, а что мы можем продать ей? Настоящего разрушения это мне. Как бы так пригодится. Вот шлем, не знаю откуда он взялся, короче, я его продаю. Зелье. Вот что нам нужно продать, точно. Зелье, она же тусуется. Забирай. Я чувствую это. Камень дерева снова свободен. Целостность земли восстановлена. Но это значит, все кончено? Мирак побежден? Это кто со мной? Это? Как ее звать-то? Фрея или как ее там звать-то? Ну ладно. Да, все кончено. Мирак мертв. Тогда жертва моего отца была не напрасна. Он умер, чтобы освободить нас. Скажи мне, это был единственный путь? Он должен был умереть? Ну да. Ну все, забудь про Мирака, короче. Я знаю. Скалы этого не забудут. Смерть Сторна станет новой легендой о коварстве Хермы Моры. Еще одно, друг Скалов, тогда если позволишь. Тогда, я думаю, надо что-то предпринять. Тяжело мне от мысли, что надо убивать зверя, если нам не нужны ни его шкуры, ни мясо. Я приехал сюда... Так, а ты что? Знаю, это не мое дело, но... Могу я дать тебе совет? Или предупредить? Конечно. Давай. Что такое? Как шаман Скала, я отвечаю за духовное благополучие своего народа. Ты не Скал, но друг Скалов. И поэтому я должна предупредить тебя. Хермамор заставил тебя служить ему, чтобы одолеть Мирака. Не позволяй ему завлечь тебя дальше по этому пути. Всесоздатель сделал тебя Адовакином для высшей цели. Не забывай об этом. Да прибудет с тобой Всесоздатель, друг Скалов. Окей, спасибо тебе. Так, что можем еще сказать? Мой отец был истинным Скалом и благородным человеком. А где твоя мать? Умерла, когда я была маленькой. Она ушла собирать хворост и по дороге домой попала в жуткий буран. Тебе следует понять... Жизнь Скала — постоянная борьба. Ничто не дается даром. Нельзя позволить себе расслабляться. Здесь волки, погода и угроза с юга. Даже простой сбор хвороста может в момент стать смертельно опасным. Ясно. Ладно. Да. Ладно, не будем. Да хранит тебя Всесоздатель. Не будем больше болтать. Так, я так понял, здесь можем брать уже все, что угодно. Здесь мы уже должны быть как дома. Ага. Так. Шикарно, шикарно. Ты что скажешь? Пусть другие зовут тебя другом, но я вижу лишь чужака. Да, расслабься. А ты что? Не знаю, что вы с Тарстаном нашли в старой гробнице, но он этим очень взволнован. Угу.
Так, здесь можем брать все подряд. Угу. Пшеница, лук. Давайте тоже возьмем. Капусту возьмем. Капустный супчик сварим. Ну ладно. Здесь мы закончили. Теперь я предлагаю отправиться вот сюда. Нам нужно поговорить с Нелотом. Но это, наверное, насчет управителя. Так. Где у нас Нелот? Да. Ага. Чё здесь? Чё не заходишь? Стесняешься? И что? Нужно что-то? Как у тебя дела, чувак? У Нелота дурака не поваляешь, умеет найти мне занятие. И чай. Трижды проклятый чай. Ха. Кажется, я никогда не научусь его готовить. Да? Да ладно. Угу. Ты же так жаждал поработать на Нелота. Ты должен радоваться. Ух, полетела девочка. А мы за ней. Нелот, здорово. Стой спокойно. Дай тебя как следует разглядеть. Чё? Что ты ищешь? Зарождающееся безумие, потерю самоосознания, черные точки на белках глаз. Любые явные свидетельства постоянного влияния Хермеуса Моры. Нет, выглядишь вполне нормально. По крайней мере, так же, как тогда, когда я впервые тебя увидел. Ты не хочешь услышать, что случилось с Мираком? С кем? Ах, с ним. Ну, надо полагать, тебе удалось его убить. Или Хермеус Мора обратился против него, когда понял, что ставить лучше на тебя. Или то и другое вместе. Солстейм уже не под влиянием Мирака. Так что, полагаю, тебе удалось навести порядок. А что, произошло что-нибудь интересное? Да ничего интересного. Ну, так вы, герои, этими занимаетесь, разве нет? Я ничего другого и не ждал. Теперь остались только эти черные книги. Как жаль, что я больше ни одной не смог найти. Столько всего можно было бы узнать. Окей, Солстейм спасен. Я могу вам? Ты уже здесь, так быстро? Так, я, короче, нашел тебе управителя. Ну, ты уже, наверное, с ним познакомился. Этот самый Дровос? Надеюсь, он справится. Правда, чай из собачьего корня он делает кошмарный. Возможно, следовало бы тебя поблагодарить. Вот, возьми это за труды. Да, и можешь воспользоваться зачарователем посохов, если хочешь. О, спасибо. Все, что могло случиться плохого, случилось. Порождение пепла, мой дом, даже мою управительницу убили. Что не так? У меня трудности с экспериментами с сердечными камнями. Тебе доводилось слышать о вересковых сердцах? А что с ними? Это свирепые воины племен изгоев. Они извлекают из груди собственные сердца и заменяют их большими семенами вереска. Таким образом, их жизнь связывается напрямую с силами природы. Я попрошу тебя обследовать одного из них. Постарайся узнать как можно больше.
Я наложу на тебя специальное заклятие отслеживания памяти. Так что записей можешь не делать. К тому же я вообще сомневаюсь, что ты разберешься, что важно, а что нет. Так. Вскрытие покажет. Ладно. И где мне искать этого воина? Изгои живут в холмах западной части Скайрима. А уж там разберешься. Полагаю, их не так уж трудно найти, если ты понимаешь, о чем я. Ну, я надеюсь сделать нечто схожее. Если мне удастся соединить живое существо с силами Красной Горы, будет просто отлично. Я уже проводил эксперименты в этой области, но мои подопытные, к сожалению, оказывались слишком хрупкими. Вот я и хотел узнать что-нибудь о методах и технологии вересковых сердец. Я бы и сам туда сходил, но ведь такие люди, как ты, просто обожают долгие путешествия и неоправданные риски. Да, ты прав. Ладно. Поставим на этом точку. Давай. Ух ты! Ха. Ты что, проводишь на мне опыты? Welcome. Вот он. Зачарователь посохов. Что это за хрень? Шоковая руна, розовая стена, захват душ, спепеление, обморожение, паралич, пламя, короче, говно всякое. Нахер мне эти посохи нужны? Обана. У него что, черная книга лежит? Когда-то были гордыми воителями. Серьезно? Ну давай возьму. Только читать я не хочу. Блин, а могу я взять и не читать? Блин. Ладно. Потом. Сейчас я перемещаться в черную книгу не хочу. Может, в следующей серии? Ладно. Интересно. Это я не ожидал. Встретить у него эту черную книжку. Интересно. Зачем ты это делаешь? Можно ли поймать живого дракона? Победа над Мираком, да, весьма впечатляющее достижение. Я хочу камушки взять. Какое еще применение найдет тебе Хермеус Мор? Так, здесь я могу все убрать. Здесь походу... А, нет. Не все. Мой новый управитель не так уж плох. Если бы только научился чай как следует заваривать. Да ты заколебался своим чаем. О. Кое-что могу, кое-что... Не могу. Ну ладно, нас ждет потом очередная черная книга. Интересно. Мне она заинтересовала. Черная книга. Интересно. Наконец, я могу вернуться к делам. Короче, что у нас там с квестами-то? Давайте глянем. Осмотреть труп. Но это в Скайриме так-то. Здесь у нас, по идее, в Солстейме мы уже почти что закончили. С квестами. Осталось только обыскать этот курган. И все. Давайте-ка переместимся в Воронью Скалу. Там надо найти одного охранника, командира, стражи, короче.
и отдать ему вино. Ну а затем я хочу двинуться в Скайрим. Я уже соскучился по Скайриму. Хочу в Скайрим. Так, где этот? Похоже, вопрос решать придется тебе. Чего? Что такое? Дровос Релви должен мне 1000 септимов. По крайней мере, был должен, пока не устроился благодаря тебе к этому волшебнику. Теперь до него не дотянуться. А, вот он, прошел мимо. Выходит, это твоя вина, что он не может заплатить мне. Так что, похоже, придется заплатить тебе. Ха, новый долг? Что за хрень? Прости, пожалуйста, вот возьми. Вот видишь, не так уж и трудно, правда? А теперь вали отсюда. Да, я испугался, дрожу от страха. У меня просто деньги есть, так что мне не жалко. Даже не знаю, как тебя благодарить за возобновление работы ибонитовых шахт. Это так, куда он ушел? Наверное, в таверну. Пойдемте в таверну. Добро пожаловать. Дай мне знать, так, где ты, командир? Здорово, пепла нам больше капитан. Не угрожает, я наконец могу позволить своим людям отдохнуть. Моден Вилет, капитан Ридоранской стражи, к твоим услугам. Я все-таки нашел этот тайник с угольным вином. Отлично. Теперь я могу больше не бояться, что мои часовые заснут на посту. Вот, возьми это за труды. Спасибо, 2000, ни хрена себе. Ты замечательный друг, это дорого стоит. Как шахты открылись, сразу тут все завертелось. Не хотелось бы, чтобы все это пропало. Так, продавать. А, кстати, нам нужно продать еще. Тащи сюда оружие и доспехи. Починю магазин. Зелье. А магазины еще работают? Сколько времени-то сейчас? Не, ну уже вечер, уже все. Мне удалось сделать то, что не удалось. Магазины уже все устранить закрылись. Устранить угрозу жизни советника Морвея. Я этого не забуду. Все начинает налаживаться. Что здесь на продажу? Вот все, что видишь тут. Да? Так, возьму стрелы. Аорочи, эбонитовые. Так, зелье. Возьму эту хрень. Так, давайте камушки у него возьмем. Деньги у меня есть, так что берем все в подряд. Эбонитовый свиток. Слиток, вернее. Все, а теперь продаем зелья наши. Я забираю все. Оп. Вот если и все. Потребуется, ты знаешь, где меня искать. Почти труп, так, а что у нас там? Мини-квесты. Да, в принципе, ничего. Ну все, дорогие друзья, я предлагаю отправиться в Скайрим. Хватит тут тусоваться в этом соулстейме. Когда мы сюда вернемся, мы обязательно прочитаем эту черную книгу и обыщем этот курган с сокровищами. Нужно что-то? Ты капитан? Моя северная дева бороздит море призраков уже почти 20 лет.
Вовсе нет. Я раньше рыбаком был на Солстейне. И зарабатывал отлично, да. Но потом пепел Красной горы отравил море, и ловить стало нечего. Если бы не мои поставки в Воронью скалу, я бы, наверное, уже продал свой корабль, да перебрался обратно в Рим. Тебе там метла не мешает, друг, колотить? Нормально? Так, я хочу отправиться в Скайрим. Если ты платишь, я тебя везу. Окей, поехали. Тогда располагайся. Загрузки долгие. Наверное, надо будет паузу делать. Почему такие долгие загрузки? Оба-на. Так, что у нас тут в Скайриме? Ха, снежная завеса. Если не ошибаюсь, нас там ждет по квесту гильдии воров. Забыл, как его звать. А что, давайте двинемся, пожалуй, вот в эти руины и двинемся, наверное, в следующей серии. Точно. А сейчас и я хочу сгонять домой. А ты что скажешь? Мне бы хотелось, чтобы норды, аргониане и темные эльфы в Виндхельме были терпимее друг к другу. Ты рад, что Ульфрика нету? Ты представить себе не можешь. Тебе ведь известно, что именно он выставил аргониан за городские стены. Надеюсь, в следующей жизни он станет. Шучу, конечно, но я очень рад тому, что теперь Империя управляет Виндхельмом. Мы работаем там, где могли найти работу. Нордам не нравится разгружать свои корабли, так что этим занимаемся мы. Иногда, правда, груз пропадает. Так, а сможешь научить меня носить легкую броню? Больше мне нечему тебя учить. Ясно. Пусть земля под твоими ногами всегда будет мягкой. Никогда особо не любил Виндхельм. Прямо в тоску. Извини, моя команда сейчас полностью укомплектована. Так, погоди. Ты капитан корабля? Северный ветер — моя красотка, а я ее хозяин. Я неверности не терплю. Ищешь работу? А то у меня один матрос решил, что командовать бандой воров выгоднее, чем грузы возить. Если разберешься с этой бандой и так, чтобы другим неповадно было, я тебе заплачу столько, сколько за год зарабатываю. Вау. Ну я с радостью, конечно. Считай, они уже трупы. Вот и молодец. Ладно, я только за. Карта обновлена. Вау. Пост предателя нужно убить. Круто. Вот еще какой-то квест хороший. Так, идем в наш домик. А ты что скажешь? Конечно, работа на Балфриду не лучший выбор. Но что тут еще делать Данмеру?
Ладненько. Так, где мы вообще? Да, блин. Автосейв. О, девочка. Ну-ка, сможешь меня обучить? У вас не найдется лишней монеты. А научи меня краса. То есть не краса, а лазить по карманам. Ты уже знаешь все, что знаю я. Хм. Ну ладно. Боги всегда улыбаются. Кстати, тут же у нас бородатый мох. Я его собираю для прокачки алхимии. Кто не знает. О. Шикарно. Отправился домой в Эльсвейр, но выбора нет. Угу. А вот наш домик. Дом, милый дом. Ну что, дорогие друзья, на этом мы эту серию закончим, пожалуй. Для меня честь снова видеть тебя там. Ага, здорово, Ускарл. Кстати, у нас тут доспех из... как его? Из драконьей косточки, да. Из драконьей кости. Тяжелая броня, короче. Здесь у нас орочья броня. Вот она, наша спальня. Все. Ну вот и все, дорогие друзья. Ну, всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк. Ну, увидимся в следующей серии. Всем удачи, всем пока.